Если такие меры в Европейском Союзе принимаются по принятию беженцев, то люди вверху, которые играют в эту геополитику, знают о том, что значит боевые действия не закончатся на Ближнем Востоке. То есть единственный... Точно так же и в Украине. Если принимаются большие меры, связанные с переселенцами, то есть люди, которые занимаются предоставлением статуса, придумали статус переселенца, выплаты всякие, они прекрасно понимают, что боевые действия на Донбассе не закончатся окончательно, по крайней мере. В ближайшее время, да, безусловно, говорю про ближайшее время. Тенденция, скорее всего, к перестрелкам, возможно, даже к возобновлению активной фазы боевых действий, она всегда будет оставаться.